Так это был всего лишь сон. Блять, я-то думал, что уже реально. Так, чего там ящики? Не обокрали меня случаем там? Да не, вроде бы все нормально. Ладно, пойду осмотрюсь. Так, это что за херня? В смысле, блять, это что такое? Эй! Блять! Твою мать! Только мне этого не хватало. Все-таки сон был реальным. Так, отлично, сковорода. Бита. Ну, сейчас получишь ты у меня. Ну-ка, отошел. Блять, это кто такой? Сука. Блять. Блять. Пошел нахер отсюда. Блять, кто это такие? Ай, сука. Говнюк. Твою мать, кто это такие? Блять, откуда они берутся вообще? Фу, блять, от него так. Ай. Дебил. А, уроды. Блять. Видимо, сон был настоящим. Блять, надо собрать все вещи и валить отсюда. Их там куча, еще надо забаррикадировать дверь чем-нибудь. Где мои книги? Точнее, полки. Вот. Сейчас попробую. Все. Ты их задержишь ненадолго. Надо, блять, валить отсюда срочно. Блять, придется только через это окно лезть. Так, ладно, другого выбора у меня нету. Надо осмотреться, нет там никого. Так. Ну, по-моему, нет. Вылезу, посмотрю сейчас. Блять, так стрёмно, еще дождь этот идет. Так, перелезу к соседу через забор, посмотрю, что у него там есть. Так, твою мать. Я себе здесь немножко побезопаснее чувствую, так. А, чёрт. Блять. Черт, надо сообщить кому-то срочно. Блять, я же не один остался, надеюсь. В этом проклятом мире. Зомби-апокалипсиса. Твою мать, отошел от меня. Ублюдок. Получи на, урод. Все, наконец-то. Так, надо срочно найти какое-нибудь радио, не знаю, связаться с кем-нибудь, попробовать. Или в городе посмотреть. Так, зайду к соседу, посмотрю, что у него там. Так, в принципе, тихо в этом доме очень. Блять, и стрёмно. Так, здесь никого нету. Телевизор рабочий. Правда, он ничего не показывает. Странно как-то. Так, попробуем настроить его. Блять, не получается. Так, что здесь есть? Да ничего особо нету-то. Надо осмотреться. Там еще второй этаж был. Сейчас надо посмотреть, что там находится. Блять, опять рычание. Наверху. Блять. Стрёмно как-то. Пиздец. Так, здесь потише надо. Блять. Думаю, я его убивать не буду. Пусть там побудет. Хотя нет, он вылезти же может. На, урод, получи. Ах ты ж тварь, блин. Фух, чуть не прикончил меня. Блин, он меня укусил, что ли? Нет, урод, когтями задел. Блять, я надеюсь, я не заражусь. Фух, умирать-то мне еще не хочется. Хочется выяснить, почему все произошло. Так. Здесь пусто, хотя нет. Какая-то коробка есть. Так, что в ней пустая она? Не открывается, не знаю почему. Так, здесь. Здесь никого нет. Да, здесь спокойней. Вон они, блядь, по улице ходят. Блин, стрёмно же как. Ну-ка, попробую сейчас настроить телек. Так. Всем выжившим, это дневник доктора Петрова. Все, кто сейчас слушает эту запись, помните, мы находимся возле района Нейтон. В белом трехэтажном здании, в котором раньше был офис. Всем выжившим, которые сейчас слушают эту запись, повторяю, всем выжившим, кто сейчас слушает эту запись, идите в район Нейта, к этому белому зданию. Мы ждем вас. Если у вас есть сигнал и ракета, то вы можете подать сигнал, на который мы придем и спасем вас. Заблокируйте все двери и окна. А если вы хотите попасть к нам, приготовьтесь очень хорошо. Возьмите с собой все необходимое. Если у вас есть огнестрел, отстреливайтесь от этих тварей. Мы ждем вас. Охренеть, блин. И что мне теперь делать? Блять, район Нейта, это... далековато отсюда. Центр города.
Так, здесь есть факела. Больше ничего нету. Эх, придется искать карту и находить район Нейта. Телефона у меня с собой нет, интернета нет у меня. Не знаю даже, что делать. И он сказал, что будет вечная тьма. Не будет даже утра. По каким причинам это все началось, мне очень интересно выяснить это. О. Так, ладно. Что здесь есть? О, жареный бекон. Отлично. Но я пока не голоден. На будущее оставлю. Так, район Нейт. Это приблизительно я знаю, где я проезжал его. Ну, наверное, задерживаться не буду. Так что сейчас, наверное, схожу к этому. Ко второму соседу, посмотрю, что у него там. Может быть, даже он дома. Так, ладно. Почему-то в нашей части свет не горит. Странно как-то. Возможно, село электричество. Так, твою мать. Еще один мертвец. Обойду его, не буду бить. Так, черт, кровища опять много. Ой, твою мать, он за мной идет. Так, ни хрена он тут баррикаду сделал. Так, пробежаться бы. Твою мать. Нет, нет, отстань. А, твою мать, как же больно. Фух, блядь, быстрее, быстрее. Черт. Фух, он чуть не залез наверх. Оказывается, они еще лазить умеют. Но здесь, по идее, небезопасно. Все-таки надо зачистку сделать здание полное. Так. Вот он. Надеюсь, это не сосед? Блин. Я-то его ни разу не видел. Надо было познакомиться, сходить. Так, стрёмно как-то здесь. Ух ты, ни хрена себе! Это чё такое? Ё-моё! Что это? Так, стоять. Это же куртка пожарника. Офигеть, это же этот сватовские шмотки. Как они правильно называются, не знаю. Ну да, по-моему. Шлем не буду пока носить с собой. Положу его в этот. За пазуху. Так, здесь бита еще одна. У меня есть бита. Фух, блин, ну вот это мне повезло, конечно же. Так, здесь пусто. Пусто. И в конце пусто. Да. Все-таки пусто. Вон они, твари, ходят по нашему городу. Эх, из-за чего же все это случилось? Так и не выяснилось. Ну, придется идти к Нейту. Точнее, в тот белый дом. Надеюсь, там посольство все нашей власти. Так, что здесь есть? Коробки какие-то. Ну-ка, попробую её открыть. Черт, не могу что-то. Какие-то коробки странные. Ай, блядь. Так. Здесь тихо как-то вообще. Мне кажется, если у него была семья, то, походу, они все стали зомбарями. Жалко мне их. Все-таки богатая семья, вот на вид так. Так, здесь чисто. Странно как-то. Обычно твари в ваннах, не знаю. Какой-то бред. Но обычно, как я по фильмам смотрел, вон они. Три штуки ходят по улице. Охренеть, не по всему городу так получается. Тогда Ой, тьфу ты. До этого, до белого здания, возле Нейта, который находится, не так уж легко будет добраться. Так, в подвале какие-то звуки. Надо проверить. Черт. Ну и кровище здесь. Походу кто-то суициднулся. Вот. На, получи, блин. Жалко вас, блядь, соседей. Что такими стали тоже. Как еще мне повезло, не понимаю. Так, что здесь? Здесь, по-моему, никого больше нету. По-моему, в доме больше никого нет, кроме меня. Ну да, забаррикадировались они, конечно же, здесь четко. Но как они, твою мать, стали зомбарями, не понимаю. Может, кого-то из них укусили? Началось этот... Цепная реакция, или как называется? Вон стоит еще на улице. Эх, блин, надеюсь, я не один остался живой.
Да уж, стрёмно в этом городе теперь. Вообще не понимаю, я думал то, что невозможно никак это. Не могу осознать, там на той части свет горит. Что-то я устал, наверное, прилягу.